Здорово, ребята, это Шамшурин. И не только Шамшурин, кстати, тут еще и Тигран. Всем привет. Вот, то есть постоянно жалобы от мужчин, да, все больше и больше, вот, то, что у меня седой волос в бороде. Все больше и больше то, что типа вот там женщины охренели, что они себя ведут вообще там нагло, неподобающе, без уважения. Но так опять же, кто в этом виноват? То есть кто занимается попустительством? Конечно же, мужчины. Вот. И я все больше наблюдаю такую картину в разных городах, в разных странах там, бывшего СНГ, где мужчины позволяют женщинам, ключевое слово мужчины, позволяют женщинам вести себя с собой неуважительно. А потом пожинают эти плоды. Сейчас мы находимся в Белоруссии. И здесь это еще больше видно. Здесь такой менталитет. Я за это на самом деле очень сильно переживаю, потому что я же тоже как бы частично белорус. Это моя историческая родина. И я постоянно вижу, как парочки, там, допустим, идет девушка с каким-то абсолютно надменным лицом. Типа, мне вообще пофиг, я одна, она там заходит в ресторан. А за ней рядом бежит вот ее какой-то воздыхатель, может быть, ее муж, может быть, ее парень. И он вот прям ее вот так вот, прям всю вот это, всю обхаживает и так далее. А у нее на лице прям написано, что мне на тебя насрать. То есть, или мы видели недавно, тоже сидели, обедали. Сидела девушка такая, сложив вот так вот руки, такая с надменным таким лицом, вот, а рядом сидел какой-то черт, который ее там, ты моя там, то есть это настолько неприятно, если бы у меня произошла такая ситуация, меня бы бомбануло, я бы сказал, я бы вот так сделал, ну, типа, не леща, конечно, типа, алло, может быть, мне тогда этого не делать, то есть там что-то случилось, что-то не так, ты почему так реагируешь? Короче, но что меня бомбануло сегодня, вот прям буквально несколько минут назад, то есть я видел вопиющий для меня случай, который показывает, что это идет уже с самого раннего детства. И мужчина, это же не только муж, не только парень, не только, кто там, не знаю, сожитель. Это же еще и отец и вообще человек, который должен воспитывать. Вот. Поэтому, то есть мы видели такую картину. Стоит папа, скорее всего, потому что, ну, такой взрослый дядечка там в костюме. И дочка его. Сколько дочке лет, Тигран? На вид? Лет максимум 6-7. 6-7 лет. Такая маленькая девчушка, такая пухлая. Вот. И, короче, он ее фотографирует. Она там стоит возле какого-то фона в торговом центре. А ну. Да, и прикол в том, что... Так, что ты делаешь? Просто переверни камеру. Да. То есть она стоит вот как чуть это, вот как... Как они все вот так стоят, типа одну ногу вот так вот, типа. И у нее такое надменное, получается, вот такое вот надменное лицо такое, знаешь, прям с каким-то пренебрежением к людям такое. Такое, знаешь, обиженное. И вот эта нога, вот эта поза женская, типичная, как они это всегда делают. Так он еще ей говорит, как надо делать. Да, он, то есть, как-то там вот так встань, то есть... Это меня выбесило, потому что для меня это маленький ребенок, то есть это просто пиздюк, ну, только женского рода, который, в моем понимании, должен выглядеть там улыбающийся, довольным, с бантами. Она же не понимает, что происходит, она просто копирует поведение взрослых, которое она увидела у своей матери, там, может быть, где-то в Инстаграме, где-то еще. И это уже начинается с этих пор, потому что из нее уже растет маленькая, блядь, звезда, понимаешь, звезда полей кукуруза. То есть, и когда она вырастет, потом ничего удивительного не будет в том, что она будет охеревать, потому что мужчины позволили ей это, начиная с ее отца, который бы, я бы на месте отца сказал, я, алло, давай-ка встань нормально, улыбнись, это что за поза такая вообще? Потому что люди не думают о последствиях, которые могут произойти дальше от их попустительства. Поэтому ничего удивительного, если с самого детства это начинается внушаться женщинам, да еще и каждый мужчина как бы позволяет ей вести себя так. То есть тут реально это выглядит так, как будто это королева, и я ее какой-то вечный верный слуг. Мы постоянно слышим, идя по улице, как они разговаривают. Чего она там сегодня говорила? Он говорил, чувак, за соседним столом. Я все слышу. Что-то... Хорошо, хорошо, я все слышу, я все понял. Да, 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 там что-то такое, не сердись. Женщины... Они как бы не понимают, что так быть не должно. То есть они на самом деле сильно-пресильно как бы ошибаются. Но чья, еще раз, святая обязанность им это объяснять? Не объяснять, как на доске с указкой, а говорить так, алло, так себя вести нельзя. Мотивировать, объяснять, почему так себя вести нельзя.
Поэтому, когда вы ноете, что женщины охерели, что они себя ведут с вами неуважительно и так далее, только вы в этом виноваты. С помощью своего бездействия вы это поддерживаете. Тут еще Тигран хотел добавить немножко к этому видео более таких дальновидных, серьезных вещей. Да, по поводу этого отца, который вот со своей дочерью там снимал. Самое плохое, что он даже не понимает, что то, к чему он ее приучает, по сути, ну, губит ее будущее. Это будет, по сути, через лет 15-20 она станет очередной, как сейчас модно говорить, РСП-хой. Потому что с таким видением жизни... Ну, вряд ли долго продержится, да, семья. Или она там не выдержит уже, или он, скорее всего, не выдержит. Вот. А про сына? А да. Другой отец? Да, другой отец может также, он этот воспитывает дочь так, а другой будет воспитывать сына своего. Тюфика, назовем это так. Додика. Который будет на такие вещи смотреть нормально. И, естественно, чем такой союз в итоге закончится? Я так подозреваю все-таки с большой вероятностью, что он ничем хорошим. Ну, поживут они годик. Детей нарожают, да. Вот, может, два. И на этом все. Как сейчас. Вот это просто, почему нас это все избесило, потому что мы понимаем, к чему это в итоге приведет. А они нет. Я не понимаю, почему люди этого не понимают. Ну, неужели какой-то кратковременный эффект там звезды или еще чего-то важнее, чем на самом деле в целом общая жизнь, семья, там, дети, родственники, близкие, друзья. Короче, для того, чтобы это научиться понимать, потому что это настолько глаз замылился, ссылка внизу, да, ждем вас на практике. Те, у кого уже есть дети, обязательно воспитывайте их с нормальными человеческими ценностями. Все, пока. Всем пока.